Квартира ко дню республики. В Экибастузе предприниматели подарили многодетному отцу жилье к главному празднику страны. Кому помогли бизнесмены, увидите в нашем следующем сюжете. Қазақстан Республикасы күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы мерекеге тұспа-тұс келіп отырған міне ізгі шараға баршаларыңызға қош келдіңіздер дейміз. Бүгінде төрт баланы аяқтандырып, барымен қамтамасыз етіп отырған Абзалжан Нұржан Болатұлы Құсайыновқа пәтер кілтін табыстау салтанатты рәсіміне қош келдіңіздер. Супруги Кожановы, владеющие крестьянским хозяйством, решили внести свою лепту в празднование Дня Республики и сделать подарок нуждающимся. Они купили двухкомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой главе многодетной семьи. У мусульман есть такое, что мы делаем зекет, то есть от всего заработанного, то есть проценты мы выделяем на благотворительность. Вот это есть, это благотворительность. Мы посчитали свои доходы и увидели, что нуждающейся семье подарить квартиру. Жилье у меценатов просили 10 семей, но больше всего предпринимателей тронула непростая история отца-одиночки, который на протяжении года в силу жизненных обстоятельств с четырьмя детьми на руках был вынужден искать пристанище. Многодетный папа до сих пор не верит своему счастью. И воспитывал один, нуждался в квартире. Благодаря Асылбекаға, как сам Бог его послал, благодаря ему квартиру купил. Большой ему рахмет, у него большое сердце. Если бы не он, я не знаю даже. Гостей на новоселье у Кусейновых было много, ведь семью в трудный период поддерживали и волонтеры, и депутаты, и учителя школы, где учится старшая дочь Нуржана. Помогали с арендой квартиры. Об этом сообщила заместитель акима Экибастуза Бибигуль Имангалиева, по совместительству председатель комиссии по делам несовершеннолетних, которая тоже пришла поздравить новоселов. Пусть ваш шанырак будет высоким, пусть под этим шаныраком будет только единство, здоровье и счастье, пусть все дороги будут открыты. Предприниматели пообещали, что продолжат делать добрые дела. Анастасия Ерш, Ертыс Акпарат из города Экибастуз.